не очень звук, правда, ребят, потому что нужно использовать беспроводные петли. Сегодня у нас будет интересный опыт. Мы воспользуемся беспроводными петлями от Holy Land. Вот в таком кейсе они находятся. Две петельки для ведущего, для гостя и приемничек. Кейс у нас заряжается. Имеет встроенную батарею и подзаряжает наше устройство, пока мы не работаем. Привет, друзья! Мы на выставке «Поехали! 2023 год». Сегодня пройдемся по стендам и посмотрим, что интересного предлагают наши производители в следующем году для вас, автопутешественников. Итак, первый интересный экспонат, который я хочу вам показать, это прицеп Grasshopper 290TM. Мы на таком катались, если помните, на нашем тест-драйве. Вот здесь, вот справа вверху, будет ссылочка на этот тест-драйв. Модель снаружи практически не поменялась, но внутри очень много всего интересного. Значит, ну, входная дверь, понятно, есть антимоскитная сетка. И вот то, чего нам не хватало. Шкафчик для кухонных принадлежностей, кастрюли, сковородки, крупные предметы. И появился холодильник. У нас на тест-драйве был обычный альпикуль, который мы выкатывали отсюда из ящика. Ну, так себе, не современно, не прикольно. Здесь же есть довольно-таки просторный холодильник с полками. Ну и множество ящиков вот здесь. Также для кухонных принадлежностей. Вилок, ложек, поварежек. Это все очень важно. И посмотрите, внизу еще даже есть ящик, где тоже можно разместить. А мы знаем, что кухня у нас имеет большое значение. Мы любим готовить, любим вкусно поесть. Гостиная зона не поменялась именно по структуре. Поменялись материалы. Более такой интересный темный цвет. Перенесли пультик управления дизельным отоплением вот сюда, в гостиную. Ну, то есть лежишь, спишь, можешь этим всем здесь управлять, как бы регулировать климат. Вторая детская полка тоже в наличии. Давайте я вам быстренько ее покажу. Таким образом опускается, но, как нам рассказывают производители, лечь здесь может и взрослый человек. Каких-то серьезных ограничений по весу здесь не будет. Вот пуфик укладывается сюда. Можно спать. Здесь мы можем сложить стол, если помните, да, устроить большое спальное место. В принципе, если вы даже вечером сидите здесь, да, вдвоем, у вас на столе еще какой-то ужин, какие-то дела, здесь спокойно можно прилечь к какому-то человеку одному, ну, не очень большому. Я, допустим, здесь укладывал подушку и спокойно себе дремал вечером, пока Алена там занималась какими-то своими рабочими делами. Ну, и по-прежнему вот эти большие ниши, куда у нас поместилось все белье, подушки. Ну, к сожалению, здесь нет гардероба. Мы его, ребята, увидим в следующей модели. Давайте покажу туалетную комнату. Смотрите, здесь тоже все очень хорошо. Поворотный туалет Фройкэмп. Пользовались им, работает. Все очень хорошо и удобно. Давайте попробую зайти, поменялась ли здесь высота. Будет ли мне здесь комфортнее мыться. Да, друзья, ну, немножко стало повыше. Ну, насколько мне не изменяет память, все-таки было здесь чуть теснее. Вот. Так, все, пожалуйста. Взял леечку, помылся. Но прежде нужно зашторить все-таки входную дверь вот на эту пленку. А так, в принципе, я спокойно закрываю дверь и помещаюсь и всем здесь пользуюсь. В таких габаритах, друзья, караван со всеми удобствами, ну, пока что большая редкость. Андрей, приветствую. Добрый день. Рада вас видеть на выставке. Да, не виделись вы уже с осени. Ну, с осени. Расскажите, что у вас нового в этой модели? Сюда мы приехали с двумя моделями. Самая простая и самая сложная. Расскажу про самую сложную. Значит, ну, у нас уже заранее такая установленная модель 390. Вот, со всей планировкой внутренней практически не менялась, ну, за редкими исключениями. Ну, 4 человека, да, все по-прежнему? 4 человека по-прежнему. Сюда мы добавили маркизу. Ну, хорошая маркиза, надежная, дорогая. Поставили сюда кондиционер. Угу. Ну, его лучше заметно, наверное, будет изнутри. Да, мы покажем все, да, рассказывайте.
Кондиционер. Увеличили, поставили сюда большой холодильник. Угу. Поставили, закрепили здесь телевизор. А вот по внутреннему оборудованию можно поподробнее, что-то именно принципиально поменялось, там отопление, электроснабжение, по воде, какие-то есть изменения вот таким по важным опциям? Нет, все остальное осталось. У нас осталось, мы сюда, здесь есть газ с водой. Раньше не было? Однокомфорочный не было. Угу, это очень важно. Здесь, опять же, ну, я закрыл сюда, с водой мы не заезжаем, понял. Да, ругаются. То есть теперь можно вот пользоваться газом, пользоваться водой, все внутри. Да. Если не пользуемся, закрыли. Несколько изменилась здесь кухня, то есть ящички вот такие у нас. Длинные, да. Здесь у нас запасной, здесь выключатель специальный для газа, то есть чтобы не бегать, откручивать это самое. Здесь есть специальное газовое оборудование, есть выключатель газа. Угу. Клапан. Обязательно, как без этого, конечно. Не у всех. Вот, поставили сюда большой холодильник, то есть несколько изменилась кухня. Угу. То есть у нас стол приподнялся, там, скажем, на 50 сантиметров. Здесь ну, маленькая столешничка получилась. Сюда можно поставить микроволновку, либо вот кофемашину, либо что-то еще. Очень удобно. Мне прям пора... я зашел, мне это больше всего понравилось. То, что вот кофейная тема, чайничек, тут сахар стоит, печеньки, все под рукой. И, соответственно, у нас здесь большой холодильник на 90 литров. Вот у меня вопрос к зрителям, к пользователям в дальнейшем. Вот смотрите, дверца у холодильника открывается в эту сторону. Гостиной, да. Изменить ее невозможно. Хотя у них как бы есть отверстие, но изменить по факту невозможно. Да. Так вот, мне хотелось бы узнать пользователям, что интереснее, брать из холодильника пиво, не вставая со стола, либо брать что-то из холодильника, готовя на плите. Но... у каждого свое. Если мы сделаем дверь в ту сторону, будет обидно тем, кто пиво хочет. Давайте, друзья, это, сделаем небольшую голосовалку по ссылке в описании к видео, и вы нажмете, в какую сторону пускай открывается дверь у холодильника. В сторону гостиной или в сторону кухни? Так, ну что у нас еще? Ну, вот кондиционер у нас сверху появился. Угу. Кондиционер на 220. Довольно-таки мощно работает. В двух режимах нагрев, охлаждение. Угу. Вот, но он, да не к сожалению, мы просто другого такого ничего не придумаешь. Он 220, то есть к нему нужен либо генератор, либо где-то нужно подключиться к сети. Ну, как бы понятно, тут ничего не придумаешь, либо инвертор, либо генератор. Да. Здесь у нас появилось некоторые изменения, просто я почему-то это сам пропускаю. Здесь над столом мы сделали освещение. Ну, а как ну, без этого? Люди спрашивают это самое, здесь сделали освещение над столом. Это у нас как-то... тех лампочек мало здесь, ну это понятно, что здесь. То есть здесь у нас типа детская зона, детки садятся, играют. Как бы это детская, я бы не сказал, да, то есть мы с вами сейчас сюда садимся с таким же удобством, я не маленький. Ну в принципе, то есть это, нет ограничения по весу. Не разбирая кровати, вдвоем поехали, не разбирая кровати, позавтракать можно здесь. Без дождя, солнца и чего-то еще. Ну, разные бывают экипажи. Кто-то, допустим, здесь будет спать, кто-то там, кому как удобнее. Верхняя кровать без ограничений по-прежнему, да? Без ограничений. 140 килограмм, я говорю, у меня больше не было на тот момент. Она у нас сделана точно по той же схеме. Значит, воды 70 литров? 75. Да, мы несколько изменили уровень горловины. Мы приподняли горловину выше, сделали залив. То есть у нас теперь там четко 75 литров туда заходит. Понял. По туалетной комнате изменений особо нет, да? Также поддон, туалет, умывальничка, в принципе, нету. Но вообще можно заказать его? Или вы не хотите? Не хотите. Зачем? Все. Если кто-то хочет, то может... Вот вы понимаете, я понимаю те, кто вот в автодомах, да, там есть... Там и так тесно, но там еще вешают вот это. Угу. Вот вы попробуйте у себя дома, да, вот маленькую раковину, попробуйте в ней умыться. Я знаю, да. Ну, поэтому мне проще вот здесь, да, же это самое, сюда засунуть голову, умыться. Чем совсем крошечную туда ставить. Она там вроде как есть, а пользы от нее никакой. Я понял. Хорошо, то есть подробности и технические характеристики по этой модели у вас, в общем, есть на сайте. Да. Все, спасибо большое за рассказ. Надеюсь, пригласите нас скоро на тест-драйв. На тест-драйв обязательно. Зимний, с отоплением, со всеми делами. Посмотрим, будет интересно. Привет. Здорово. Первый раз на выставке или вы уже участвовали? Да, конечно, участвовали.
Расскажешь про экспонат, что нового вот именно в этой модели вы хотите здесь показать? Слушай, с удовольствием. Это Neiva Long, да, уже достаточно хорошо зарекомендовавший себя прицеп. Самый популярный у нас на производстве. Mm-hmm. Больше 60% забито именно только такой моделью. Мы сделали специальную ограниченную версию. Всего 20 прицепов будет выпущено. Это North Expedition. То есть для бездорожья тяжелого, для именно комфортного путешествия. Mm-hmm. И всем обязательно шильдик будет в подарок. Но это не самое главное. Mm-hmm. Естественно, что ты видишь самое необычное по сравнению с другими нашими прицепами, которые ты уже видел? Слушай, ну я вижу, что у вас более он округлый стал, да, в передней части? Да, это уже в этом году, в 23-м, только так делаем. Округло и красиво. Ну, как бы брутальность, она никуда не ушла. Вот эта вот вся нержавейка, она вот появилась еще, да, по-моему, ее не было такой вот прям некрашенной, да, необработанной. Но можно заказать покрасить, да, там? Нет, не красим, будет, потому не что отбивается камнями, а так она хорошо смоется. Понял. То есть здесь мы видим рессору, тоже можно настроить один лист, два лист под свои, так скажем, задачи. Да, ты абсолютно прав. То есть здесь можно на выбор, именно в этой спецсерии, mm-hmm. на выбор можно поставить однолистовую рессору с пневмобаллоном mm-hmm. регулируемым, который может регулировать клиренс туда-сюда. А можно пойти по жесткачу, две рессоры и вперед. Конкретно этот прицеп рассчитан за катанием, на катание за патролом на 35-х колесиках, 80 км в час по бездорожью, пожалуйста. Ну, я увидел по высокому прицепному устройству. Да, это самый высокий клиренс из всех возможных. Угу. Ну, такие важные характеристики, как количество мест, условно, да, которые он вмещает в себя, ну, и основные компоненты, там, кухня, отопление, водоснабжение, ну, то есть про автономность в двух словах. Ну, как всегда, это дизельный отопитель 2 киловатта, вариативно либо электронагреватель воды, 5-литровый бойлер, либо поточный газовый, здесь электро стоит вариация. Mm-hmm. Всегда будет стоять в этой спецсерии 100 ампер-часов аккумулятор гелевый, 80 литров бак, это опция, но в данном случае здесь она идет уже в базе именно этой спецсерии. Ну, собственно, внутри может быть до 3 взрослых человек, то есть полка именно, либо два ребенка может быть, либо, собственно, 3 взрослых, 2 снизу, 1 сверху. Трехместная, условно говоря. Кухня есть снаружи, и внутри. С холодильником, духовкой, хотел сказать, с мойкой, множеством кнопок, что здесь мы можем включать, выключать? Все. Все. Можем включить инвертор, можно посмотреть уровень воды в баке, можем включить все освещение, которое нам нужно. Единственное отличие, здесь убрался элемент органа управления и переключения электричеством. То есть раньше надо было вручную выбирать типа инвертор, не инвертор, внешний. Да. Много кто в этом не разбирается, не хочет понимать, или особенно если ты не трезвый. Ты не мог разобраться. Сейчас уже... Автомат. Да, автомат. Просто подключил, там стоит наш блок разработанный, mm-hmm. и он сразу стал заряжать. Выключил, пошел инвертор. Это внешняя розетка 220 вольт. Да. Вот вы единственные, у кого я такое вижу. Нет, мы не единственные уже. Но бывает, вот, да? Но мы говорим, что это, на наш взгляд, самый лучший вариант, потому что он герметичный. Mm-hmm. Если кто-то требует или просит поставить ССХ-шный формат, без вопросов ставится, это не стоит ничего. Ну, понятно. Сбор сточных вод по классике, да, из трубочки подставил ведерко, резервуар, собираем. Место под холодильник, я так понял, что по универсальный такой размер, сюда альпикули там всякие, все, что 30-40 хочешь. Литров, пожалуйста, прям спись. Бывает, что просят холодильник, чтобы именно с дверью открывался, там бывает у караванов там делается повыше и открывается вот такой холодильник. Да, бывает, просит, но мы отказываем, потому что у нас это стандартная вариация. Надеюсь, вежливо вы это делаете. Конечно. Понял. Значит, здесь мы готовим, складываем посуду, продукт размещаем. И, собственно, даже несмотря на какой-нибудь там дождь или зной, находимся под крышей. Ну да, если не брать конкретно эту версию, то опционально можно здесь сделать шторки по периметру, mm-hmm. москитные и противоветровые. И здесь же мы можем помыться в душе, да?
так. Спокойно, видишь, да, все, уже да. Уже кто-то помылся. Кто-то помылся. Ты сегодня не освежался с утра здесь? Нет, я дома. Хорошо, я понял. Отвечая на твой вопрос насчет бака с грязной водой, он может быть 45-литровый здесь установлен. Встроен внутри, и ну где-то снизу. Он снизу будет, это единственный бак с водой, который не греется. Это как-то фиксируется? А, ну на доводчиках, да? Да, все на доводчиках, все шикарно. Вон, раз, а что-то принципиально поменялось в вашей мебели? Стала ли она легче, там, крепче или как-то красивее в каких-то там моментах? Или... Ну, по мелочи, да, какие-то моменты допилили в прямом и переносном смысле, да. Но принципиальная технология осталась та же самая. Сильные изменения – это в кунге. В кунге больше нет никаких фанерных закладных, все только композитное. Это снизило вес значительно прицепа. То есть вместо закладных из дерева другие теперь стоят? Да, сейчас только композитные. Очень просто, говоря, если ты пробьешь сэндвич где угодно и зальешь все водой, ничего не будет ему. Ну, просто он не будет впитывать этот материал. Да. В этом и суть вопроса. То есть он не подвержен никаким изменениям природы, и это стало лучше. Плюс дерево все-таки это лучший теплопроводящий материал, чем тот же утеплитель, пенополистирол и подобные материалы. Понятно, дерево мостик холода все-таки. Да, здесь они отсутствуют классы. Поэтому на этом прицепе, когда лежит снег, да, закладные не протаивают, не видно. Если брать эти прицепы других производителей, где эти есть еще деревянные закладные, то их прям видно, что видно, они решетки. Ну, и на них может и конденсат прям лежать прям, да, да, внутри. Да, да. А пол отличается по толщине нет, от стен? Все одинаково? Нет, он 33, он лежит на силовой нашей раме с криптом, который уже, не бойся слова, легендарное. За 4,5 года ни одного случая проблемы с рамой, именно вот эта модификация, называемый ЧИР, она уже имеет четвертую итерацию. Генерацию, да. Ломали рессоры люди, но рамы ничего не было. Просто рессоры меняли и поехали дальше. Покажешь внутренности? Пойдем. О, смотри-ка, стол стал большой, да? Стол стал чуть больше. Появились такие отверстия под стаканчики, чтобы не слетало. То есть ветер дует, да, проблема, ты тут разложился, налил, оно... Или забыли, например, подлить, и стаканчик полетел. В базе уже идут вот такие окна, собственно, с москитками и блэкаутом. Соответственно, здесь стеклопакет. Что важно, что стеклопакет этот не вылезает за габариты, и камушки его не разбивают. Ну, это современно. И рама еще, да, из алюминия. Да, конечно, все. Алюминиевая рамка. Двери тоже алюминиевые стоят здесь. С четырьмя уплотнителями, произведенные в России. Так, я захожу. Но интерьер нам знаком. Интерьер, да. Мы катались на таком. Но есть отличия. Прицепчики, да. Опять же, под обечайку есть вырезы. Стол. Но... стол это, более такой компактный стал. Тот он был большой. Один в один. Один в один? На миллиметр. Да? Точно. Значит, я что-то путаю. Могу прям доказать. Не буду настаивать. Не, один в один. Здесь вот ваш момент, сейчас две детские полки сложены, да? Есть вариации, что их туда убрать, в ту сторону. Просто сейчас не стали этого делать, потому что, ну, все время убирать, собирать, но они туда убираются, никуда не падают. Получается, здесь мы сидим, скажем, если плохая погода, если прям не выйти, дождь идет. То есть вот здесь, получается, эти полки можно убрать полностью, да, отсюда? Да. Вот чтобы туда здесь мы могли сидеть. Развернуть на 90 градусов, и они туда уберутся идеально. Понял. То есть там здесь могут раз, два... Ну, то есть экипаж из 3-4 человек, да? Из 3 взрослых будет комфортно себя чувствовать как днем, так и ночью. Есть и с 2 детьми, так то же самая история. То есть здесь можно ходить, бегать, прыгать. Вот у тебя, собственно, здесь стоит отопитель, да? Он дует сюда замечательно, с той стороны дует. Под нами бак, как это всегда было, и он продувается теплым воздухом, тоже ничего не замерзает. Здесь, соответственно, ну, вот появились продувы специальные, они же для подсветки сделаны, потому что все-таки в этих местах скапливалась влага, да. Ну, это разумный момент. Да. Да, то есть некоторые моменты такие, которые неоднозначные были на этапе проектирования, когда люди поездили, стали более понятны. В целом здесь уже появились сливы не только для воды, но и для углекислого газа. Если мы говорим про вещи, то здесь есть вот два небольших ящика, да, для там каких-то предметов. Внизу здесь у нас вода,
И да. Здесь, да, вот что-то. Да, ну и сзади с той стороны тоже есть немножко места, но под тобой сейчас конкретно в этой модификации стоит электрический водонагреватель. Там же аккумулятор чуть дальше стоит, сделан для того, чтобы все прогревалось в одном месте. Появилась вариация поставить литий-полимерные сюда решения. Они вот в этом году мы тестировали, зарекомендовали себя очень хорошо в сравнении. То есть ехало два прицепа, одинаковые конфигурации, плюс-минус. С электрическим водонагревателем, в одном был 100 ампер-часов АГМ-овский, в другом литий был, и литий победил. Ну, все-таки да, более современный. А вопрос по туалету, мы его здесь ставим куда-то вот вниз, да, сюда? Да, все. Во время транспортировочного места для него тут есть. Да, здесь транспортировочный туда идеально уходит, уже не болтается, всех вариантов решений туалеты могут быть. Ну, собственно... Совсем, если плохо на улице, да, можно здесь, да, им воспользоваться. Вот тут, да, допустим. Если же хорошая погода, палаточка снаружи. На улице там тоже самое, вперед. Душ, все стандартно. Спасибо, спасибо, интересный вариант. Приглашайте нас знакомить аудиторию с новинками. Вот, с удовольствием приедем. Вот. Хороших вам контактов на этой выставке. Спасибо, что зашли. Иван, приветствую. Добрый день. Увидели ваш стенд. Расскажите, что это такое, как с этим путешествовать? Друзья, вот на самом деле, если говорить про этот стенд, то есть у нас такое ощущение, что мы находимся в кемпинговом лагере. На самом деле, палатка, вот все, да. Вот все, что здесь представлено, все полностью электрическое. Здесь у нас индукционная плита, электрический чайник, устройство для приготовления пищи, так скажем, тоже электрическое. Мультиварка, да. То есть здесь все. Да. Вот, у нас этот лагерь полностью весь отапливается, освещается. Но самое главное, что я хочу сказать. То есть, во-первых, это у нас бренд Ли. А во-вторых, у нас есть автомобиль, который генерирует на самом деле электричество для этого всего лагеря. Мы обладаем автономностью около 3 дней для 4 пассажиров. У нас все, что находится на автомобиле, это экспедиционный багажник. Это кровать, которая позволяет разместиться здесь и смотреть на ночное небо. Это надувной, да? Надувной матрас, да-да-да. Значит, у нас этот автомобиль полностью охраняется, управляется с приложения в телефоне, которое я сейчас вам покажу. И на самом деле, если говорить про рядом стенды, то есть мы можем привести в лагерь 44 кВт-час электричества, которое здесь находится в батарее для этого электроавтомобиля, и обеспечить весь окружающий лагерь электричеством. И не переживать, что он разрядится и не поедет. Он автоматически запустится, зарядится даже без нашего участия. Вот это да. Скажите, это уже все в России? Это можно сейчас приехать, заказать и в течение скольких месяцев получить? Значит, на сегодняшний день это все в России, не, в неограниченном количестве. И мы все новые решения для бренда Лисян, для путешествий, для активного отдыха, самые новые решения поставляем около месяца максимум. Вот эта палатка, тент, это все в одном окне у вас можно купить, правильно? Мы сейчас разработали приложение, которое позволяет это купить в телефоне в одно движение. То есть человек приезжает и сразу забирает полностью подготовленный, грубо говоря, оборудованный для путешествия, отпуска. Едет палатка, матрас, все вот это у вас. Я еще не акцентировал внимание, что среднестатистический бюджет позволяет купить это семье прямо в день обращения, не тратя дополнительные деньги и не привлекая кредитные средства. Интересно. Слушайте, мы обязательно внимательно изучим ваш сайт. Хотелось бы в двух словах о приложении, что мы обсудили. Я могу показать на телефоне, как это выглядит. Друзья, значит, я сейчас открываю приложение Лисян. В этом приложении у вас будет находиться ваш автомобиль. Вот так вот это выглядит. Сейчас вот у нас открыт. Я могу посигналить. Я могу открыть климатическую установку, установить любую температуру, взять подогревы всех сидений, там все, что нужно для того, чтобы, потому что я могу вернуться, и уже он будет теплый или охлажденный. В этом приложении есть функция MOL. И в этой функции, то есть, вот, например, мы сейчас можем с вами выбрать, купить сиденье, купить столик, передвижную палатку, вот такую колясочку, верхние багажники, посуду. То есть любая аксессуарика от Лисяна, которая доступна официальному покупателю автомобиля в Китае, мы ее транслируем для России, и этот сервис полностью реализован в Российской Федерации. Спасибо большое. Это, мы можем вот эту... В каком-то это, в смысле революция. Всегда считалось, что электроавтомобиль
и путешествие – это вещь несовместимая. Но сейчас, оказывается, ну, надо просто брать не электро, а гибридный автомобиль. И тогда это даже лучше, да, да, чем, конечно, то есть, чем если говорить про электроавтомобиль, то есть это всегда езда вокруг заправки. Да. Вокруг заправки или мегаполисы, которые наполнены этими заправками. Если говорить про гибридную машину, у этой машины запас хода и автономия 1100 километров. Добро дали, так что где найдешь, что не поверишь. Мне добавить нечего. Большое спасибо за рассказ. Роман, привет. Привет. Рада видеть вас на выставке. Расскажите про ваши экспонаты, вот, об основных характеристиках вот именно этих моделей. Вот оба экспоната здесь представлены, они вышли в этом году. То есть прям новинки? Новинки, угу. Да. Это по многочисленным просьбам. Мы наконец-то выпустили прицеп. А у вас не было раньше прицепов? У нас не было прицепов. Угу. Это прицеп «Автодом» с нашей концепцией складной крыши. Угу. То есть мы нацелены все-таки... Всегда были, сами ездим, путешествуем, да, по бездорожью. Угу. Поэтому в движении, компактные, да, размеры, да. То есть мы складываем крышу, ну, высота его сколько тут? Ну, 1,90 м получается. Ну, то есть высота как джип практически. Да. То есть он, да, не выходит он за профиль. Не выше автомобиля, угу, да. И вы можете проехать там, где вам нужно. Вот. А конструктивно стены, там, изготовление, оно аналогично модулю. Модуль, угу, тоже у нас концепт. Угу. Он, в отличие от предыдущих модулей, сделан, ну, как бы он заниженный. Ага. То есть вместе с автомобилем у него высота 2,15. А, ну, это то, да, есть это тоже внедорожная, интересно, тематика. Да. То есть если все предыдущие модули, которые мы делали, они все-таки выходили за 2,35, угу, то это 2,15. Ну, есть, конечно, нюансы определенные из-за высоты. То есть там это складывание крыши, ну, более, угу, сложное. Но, угу, тому, кому нужно залезть куда-то еще дальше, то есть, понятно, как бы это вот его тема. И он легче стандартных модулей на 100 килограмм. То есть если те весили 500, угу, в сухом, да, серьезно, виде, ну, без, да, воды, то это, да, 400 весит. Ну, слушайте, это очень значительное, вот, уменьшение по массе. По, значит, эксплуатации, да, несмотря на то, что крыша поднимается и у нас тент, да, он идет трехслойный с утеплителем, нынче мы его... Наши клиенты, да, не мы, наши клиенты его испытывали зимой в зоне Якутска. То есть при минус 42 в составе Red Off-Road Expedition, ага, они идеально себя ощущали среди всех, как, mm-hmm, бы, остальных. Ну, это показатели определенные. Да, 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 да. Есть, конечно, моменты, ну, при эксплуатации. То есть есть, конечно, как бы места, где, ну, на что надо обращать внимание, потому что все равно есть какие-то определенные точки прохождение холода, то есть там, ну, конденсат, мостики, образуется. Да, это, да. Но тем не менее, это они себя комфортно, да, чувствуют. Да. Угу. Вот. А, значит, по прицепу, на сколько человек он рассчитан? Данный прицеп рассчитан на 3 человек. Угу. Он на рессорной подвеске и он входит в категорию Б, 750 килограмм. Ага. Если делать более внедорожный на пневме, там, да, уже в 75 не уложишься, поэтому там уже как бы потяжелее. Из удобства здесь, я полагаю, как я вижу, здесь есть столовая группа, санитарный модуль, да, биотуалет, да, душ. Душ, и, да, и кухня, с горячей, да, водой, отопление, угу, воздушное, автономное. Здесь по электрике две солнечные панели по 170 ватт, угу, внешний ввод под 220 вольт и питание от автомобиля, ну, на ходу. Я понял. В принципе, все есть. Плита газовая. А по автономности запас воды какой здесь предлагается? Запас воды 150 литров. Очень много. В два раза больше, чем обычно мы видим в караванах, даже в больших довольно-таки. А, то есть раскладка такая. Два человека спят вот на большой кровати, да, и столик опускается, третий, да, человек спит, да, здесь. А под основной кроватью, я так понял, большой рундук. Гараж, да? Да, в котором электрика вся, ну и место под груз. То есть здесь я тоже вижу, что тент утеплен хорошо, да, многослойный. Да. Такой вот эта застежка такая. Да, все открывается, летом проветривается, антимоскитные сетки. Угу. Все видно. Ну и, кстати, классный люк у вас на крыше, дорогой дометик, да? Что-то, да, такое. Дометик. А в кухне, значит, предлагается все управлять здесь, да? Можно через, да, клавиши. Инвертор есть даже. Инвертор на 1 киловатт здесь. Дизельное отопление. Да, планар дизельный. Угу. Горячая вода есть. Горячая вода, бойлер на 6 литров, электрический. Угу. Тут мы, значит, раскладываем все кухонные принадлежности, моем посуду, на плиточке готовим. В принципе, для такого прицепа, ну, для экипажа одной горелки более чем достаточно. Кстати, очень большая довольно-таки рабочая поверхность.
пожалуйста, все поместится. Холодильник, вот Альпикуль, да, либо какой-то аналог, да, вот в этом размере здесь помещается. А и последнее, что хотел спросить про технологии строительства. Чем у вас отличается, может быть, сэндвич от обычных там прицепов? Там? Ну, у нас бескаркасная технология изготовления сэндвича, склейки и обвязки его вокруг алюминиевым профилем. А, то есть, вот внутри и снаружи. То есть между собой он не как бы контактирует, поэтому мостиков холода нет. А толщина стены? 30 миллиметров. 30 миллиметров. И там какой-то полистирол, да, внутри? Пенополистирол, да, полистирол. Даже гардероб есть небольшой. Ну, да, да, есть. Слушайте, ну, и рундуки, да, под сиденьями. Ну, огромный рундук, он вот под спальное место. Ну, слушайте, здесь высокий человек спокойно зайдет. Тут, в принципе, высота уже не нужна. Здесь мы присаживаемся или либо ложимся. Слушайте, очень все логично сделано. Я хочу попробовать сюда вот заглянуть. А, вот так, да, я захожу сюда. Здесь устанавливается биотуалет. Угу. Переносной. Да. Мы его сейчас не поставили. Угу, я понял. Прецеденты были, дети бегают. Угу. Ну хорошо, слушайте, ну, туалетиком обязательно нужно ездить, потому что такая вещь-то. Да, одна из как бы таких вот важных вещей для комфорта, когда вот, да, негде, некогда. Да, и в зашел. Тепле. Да, и важно в тепле. То есть душ и умывальник все здесь в комплекте. Слушайте, довольно-таки интересно и прям внушает доверие. И вот это наимоднейшие эти ящики, потому что они легкие, они смотрятся, да, стильно. Ну, то есть вещи, да, какие-то личные сложились, застегнули. Видели Адрия, да, вообще сделала полностью себе мягкие ящики, там, да, высокие. А глянем модуль, так тоже? Да, конечно. Я правильно понял, что вот здесь как раз вода, да, находится? Нет, вода, она находится в рундуках над колесными арками для лучшей развесовки. Все, я понял. А здесь только электрика. Здесь аккумулятор, инвертор, ну и там контроллер. А газовый баллон? Газовый баллон здесь. Здесь отдельно, да? Здесь он получается. А, здесь еще много всего может поместиться, да. Это бак для отопителя, ну и газовый баллон здесь. Ну, сюда поместится вся мебель, вот эта кемпинговая, стульчики, столы, да, вообще залетят. Здесь очень много. Это алюминий, да, все? Или... Это все алюминий, да. То есть вес у него, еще раз уточню. Вот этот? Получился 150, в B, да? Да. Есть тормоза для комфортного передвижения. Да. С развесовкой, я так понял, вы тоже поработали, там на фаркопе. Все хорошо, да, там? Сейчас уже, да. То есть это уже не первый экземпляр, поэтому мы уже отработали эту тему. Понятно. Ну, это ваша фирменная какая-то маркиза? Да. Мы все делаем сами. Ну, кроме окон, газовой плиты. Ну, да, да, да. Все делаем сами. Подробные характеристики можно у вас посмотреть на сайте. Да. Все там написано, все фотографии. На сайте хорошо. Есть. Вот данный представленный модуль, он универсален. Он встает на любые пикапы вот этого типа размера. Это Mitsubishi L200, он встанет на Hilux, он встанет на Isuzu D-Max, на Amarok, на китайцев он встанет, на некоторых, то есть на Jack, на, не помню, как называется, их очень много сейчас. А разница только в переходной рамке. То есть переходная рамка, она изготавливается и крепится индивидуально под каждый из этих пикапов. А ставится он на нее. По времени установки... Съема. Значит, сколько занимает? Самое быстрое это снять. Угу. Снимается он реально за 20 минут. Да. Когда ты уже это делал, за 20 минут ты его снимаешь. То есть у него по классике есть ноги, опорные ноги, да? Да, есть домкраты, и снять ты его можешь один. Вот. А ставить, ну, лучше вдвоем. Поочередно выкрутил все ноги и потихонечку выехал, да? Да, да, именно. А ставить чуть посложнее. Ставить лучше вдвоем, потому что надо же заезжать под него. Как бы не всегда все видно, все габариты. А тут даже тепло, как будто бы. Тут, видимо, что-то работает. Надышали. А, надышали? Надышали. Ага. Здесь, получается, кровать надо вытягивать, да? Вот да, сюда? Вот она вытягивается вот до сих пор. Получается 2,20. Раскладка вдоль. Да. На двух человек, да, грубо говоря? Ну, этот модуль позиционируем, да, на двух человек. Тоже мягкая, это теплая стенка здесь. Да, и здесь поднимается передняя часть. Здесь ножницы, так называемый механизм. Это у нас концепт, мы его первый выпустили в таком виде.
чтобы было места побольше. Поэтому, если хочется, то можно сейчас уже головой лечь и в ту сторону. Из инфраструктуры, из комфорта, здесь, что здесь предлагается? Здесь есть воздушный автономный отопитель на 2 киловатта. Тоже дизель? Дизельный, да. Ну, как автомобиль. Мы можем, если автомобиль бензиновый. Он из отдельного бака идет или из общего? Из отдельного бака, отдельный, да? Бак. Угу. Ну, так как модуль съемный, это груз, да, поэтому отдельный бак. А холодильник? Холодильник здесь крепится, да? Да, он здесь крепится. А бак здесь поменьше, здесь на 80 литров. Угу. Ну, тоже плюс, много. Ну, тот же бойлер на 6, да, литров. Угу. Здесь размещается тот же инвертор на 1 киловатт. Угу. Солнечные панели, ну, тут уже по необходимости. Ну, по желанию заказчика, да, можно сколько, чего, то есть, застелить. Да, точно. Понятно. Так. Люк, окна. Ну, то есть получается, здесь душ внутренний. А. Вот он здесь. Сюда крепится шторка. Вот, ага, на крючки. По периметру вниз застегивается, да, изолируется. Здесь тоже внутренний душ имеется. Шикарно. Это важно. Вот здесь размещается биотуалет. Вот. Да, хотел спросить как раз, да? Можно, ну, открыть, да, посмотреть. А, ну, я понял. Да, мы тоже его не взяли, но место вот. Место для него здесь штатное есть. Да. То есть туалетик достал, в принципе, да, воспользовался, душ, задвинул, душ, вот, душ вытянул, помылся. То есть в минимальном размере все удобства в наличии, включая отопление, горячую воду, плитку, наверное, плитку, переносную, да, надо переносную использовать. Ну, угу, в принципе, логично. Скорее всего, уж совсем плохую погоду здесь, да, люди будут находиться, а вот в обычном режиме, наверное, на улице, на гриле все, да, это и приготовится. Под нашей маркизой. Да, точно. Так... Ну, в принципе, все, мне кажется. Дорогие друзья, если интересно узнать больше о продукции компании «Орма», город Ижевск, пожалуйста, сайт по ссылке в описании к видео. Роман, спасибо большое за рассказ. Спасибо. Успехов вам, хорошей, спасибо, выставки. До новых встреч. Да. Денис, привет. Приветствую. Рады вас видеть, как всегда. Взаимно. Расскажешь про новый 46-й, да, что в нем поменялось, что интересного? Пойдемте, покажу, расскажу вам. А снаружи мы что-то можем отметить прям сразу? Снаружи мы стали ставить теперь облегченные рундуки. Они немножко большего объема стали, с тем же функционалом. Из алюминия? Или... Да, они полностью теперь из алюминия, с ребрами жесткости. То есть гораздо проще теперь к ним что-то прикрепить внутри. И объем у них вырос. Наверное, да. Объем я сразу заметил, что побольше. Да, и плюс они стали гораздо легче, что позволяет немножко побольше их подгрузить, чтобы без лишней нагрузки на шар. Ну, пойдем тогда внутрь. Внутри у нас мы переместили дверь в заднюю часть, также по просьбе клиентов, угу, потому что увеличили туалет в первую очередь. Так, ну вот тут очень было интересно, да. Это работает вытяжка, да? Да, это работает вытяжка. То есть здесь теперь стало больше места. Он стал в целом глубже, да? Да, он стал глубже. То есть это была основная просьба клиентов предыдущей версии 46-й модели. То есть теперь я захожу, да, и могу еще даже потолстеть еще, да, да, килограмм на 10-15, я, в принципе, все равно здесь размещусь. Да. Ну, да, и согласен. Дверь в душ тоже стала больше. И душевая по росту тоже прекрасно. Душевая, да, по росту, да. То есть достаточно рослый, ну, человек. Я вижу, здесь что высокий. А общая высота потолка? 2,05. Вот если брать прямо от нижнего, от нижней точки пола, то потолка 2,05. Ну, то есть прицеп вот прям стал полноценным таким для людей высокого роста, для, да, крупных. Да. То есть он тут спокойно ходит по этому проходу вот тут. И здесь тоже все сидят довольно, да, удобно. Да, здесь можно без поднятия кровати, в принципе, комфортно, ну, располагаться. Да, помещается. Да, сверху кто-то спит. То есть он остался четырехместным, здесь столик складывается, да? Спит человек, наверху тоже спит. Здесь все это без ограничения по весу, да? То есть да, да, то есть кровать. Пока у нас максимально это 120 килограмм человек спал здесь. Холодильник? Холодильник. Также по просьбе клиентов привезли побольше, стали ставить, у него отдельная морозилка на 140 литров. Он. Импортозамещение? Да? Ну, практически, то да. Есть, ну, Дометик, наверное, блин, стоит, или какой-нибудь Тетфорд. Нет, по запросу хотите, будет, поставим Дометик аналогичного размера. Такие интересные полочки, да, здесь, наверное, поставить можно какую-нибудь красоту, да, во время стоянки, да, да? Там, да, цветочки, да, какие-нибудь. При, в прихожей одежда вешается на крючки. Да. Ну, и, собственно, пультик, все на месте. Да, все как обычно, пультик. Ну, по классике, да, дизельное отопление, электрический бойлер.
правильно? Дизельный бойлер. Дизельный бойлер? Да. Это все в одном устройстве или два разных? Все в одном устройстве. О, стоит краски вот под вами. Интересно, подо мной, дизельный бойлер-отопитель, используем аналог Трумы. А, Компиши. Как он называется-то? По-разному называется. Да, у нас называется? Он называется Карса. Карса называется? Да. Прям под своим брендом? Да, под своим брендом. Прям круто. Еще никто так, по-моему, не додумался делать. Так, значит, ну, в кухне, понятно, тоже стало побольше места. А раньше где она была? Она была раньше сдвинута в заднюю часть, да, все, и проход у нас был между кают-компанией и кухней. Угу. Тут у нас две горелочки, более чем достаточно, да? Спрятана посудомойка. Посудомойка. Смотрите, друзья, вот кто ленится мыть посуду или намылся ее уже в жизни, да, еще на отдыхе, не хочет этим заниматься. А самое главное, экономит воду, что очень важно в кемпинге. Да. Ну и хорошо моет, как мы смеем заметить. Тут, да, ведерочек разместилось. Да, изменилась у нас система как раз-таки разводки по воде. Она теперь стала коллекторная, более удобной и в более удобном доступе. Угу. Также по электрике у нас есть небольшие изменения. Так, я так понял, что лесенка здесь не нужна. Здесь ребенок, в принципе, по этим штукам, да? Да, в основном забираться. Используют для детей верхний ярус, поэтому лестница как таковая не нужна. Угу. При желании можно его откинуть, если внизу человек более высокого роста. Мы очень любим окошки. Вот здесь тоже можно, если кто-то захочет, можно заказать. Да, лесенку, можно, да? можно заказать. За доплату. И, собственно, надо показать гостиную, да? Слушайте, ну тут, да, четыре человека сидят здесь, ну и там, допустим, два. Ой, то есть родители, допустим, с гостями, да, с какими-то соседями по кемпингу потягивают тут чаек здесь, дети играют там, да, в свои настолки. Захотели их уложить спать, они ложатся спать там, да, спокойно, а здесь как бы продолжаются посиделки, если на улице там холодно, допустим, да. Можно шторочкой еще закрыться, и будет достаточно уютно. Ящики, я вот хочу отметить... в лучшую сторону, что появилась вентиляция, друзья, посмотрите. То, чего мы не можем допроситься очень от многих производителей российских, просто не хотят понимать, что нужно, чтобы ящики вентилировались, чтобы не было вот этого нашего любимого, нелюбимого конденсата. Так, ну я смотрю, столешница, да, стала? Да, столешница полегче. Немножко полегче. Теперь ее можно уже, да, как спокойно девушке даже сложить в стол. Да, основное было пожелание, что девушки не могли сложить наши столешницы, поэтому мы их сделали немножко полегче. И я вижу замечательный гардероб, который тоже, судя по дефлектору, протапливается. Посмотрите, друзья, есть и вентиляция, есть отопление, то есть повесили спортивный свой экип, одежду. Все это быстренько прогрелось, потому что отопитель вот здесь находится. Отопитель находится дальше. Да, в малой кают-компании. То есть оттуда теплый воздух направляется в туалетную комнату, в душевую, потом идет рукав сюда и доходит практически до кухни, да? Не доходит до выхода. А, то есть полностью кухня полностью прогревается. То есть мы не переживаем, что здесь вода где-то что-то прихватит, здесь все греется. У нас по воде стоит основной бак внутри салона, вот подо мной. А какой объем? 50 литров. Угу. И два бака наружных, они также утеплены на 50 и на 70 литров. Ага, ну то есть общий довольно-таки приличный получается запас. 170 литров. Прекрасно. То есть этот типа зимний бак, если... Они все зимние. Все зимние, все утеплены. Зимние. Да, все утеплены. А что у вас поменялось там по сэндвич-панелям? Там толщина осталась приблизительно? Толщина осталась прежней, 54 миллиметра. 54 миллиметра? То есть вот здесь 54 сейчас, да? 46-я, 36-я модель, 54 миллиметра, 29-я, 34 миллиметра. Пол? 56. Впечатляющие цифры. У нас очень часто заказывают дома для того, чтобы как раз таки ездить на лыжах кататься, на охоту, на рыбалку, поэтому... То есть вот те люди, которые в 35 выдержат, да, могут, это наш клиент. Вы можете спокойно говорить, выдержит. Есть реальный опыт эксплуатации при минус 30. Поэтому спокойно можно ездить. Спасибо большое, пожалуйста, за рассказ. А, еще одну модельку посмотрим. То, да, 36. Там тоже, да, что-то, да, появилось интересное. А что здесь там, ну как в двух словах поменялось? В двух словах здесь, ну, дверь осталась на прежнем уровне, но вместе. Но мы полностью поменяли внутреннюю компоновку. Сместили кухню назад, туалет поставили в середину. Что в летнее время очень удобно. Вам не нужно далеко ходить до кухни. Холодильник у вас всегда под рукой. А холодильник в одну сторону открывается? Можно настроить в две стороны, да. И кают-компания, она же спальная зона, стала более приватной. То есть, если в старой планировке можно было заглянуть и все обозреть, то здесь уже так нельзя.
То есть мы удобно пользуемся кухней здесь. Как хочется, как будто бы окошко туда, да? Но при желании можем окошко вставить. И вытяжку, и все это опция просто. Да, да. Все здесь управляется всем отоплением, холодос, ящики для посуды продуктов. Здесь все также это... можно поставить посудомойку. Много мест, в принципе, все поместится. Да. И эти ящики, смотри, подвесные. Ну, там, не знаю, да, вытяжка, да, наверное, понадобится. Если кто-то активно будет готовить. Две штучки, маленькая и большая. Вот, здесь, получается, детская у нас зона. И там зона для взрослых. Тоже полноценно 4 места. Да. Более компактная, но также полноценно 4 места. Да. Так, туалетная комната. А, ну вот здесь немножко подставка может понадобиться, да, чтобы сидеть, чтобы ноги, чтобы возможно. Не болтались. Ну, нет, на самом деле клиент отмечает, что достаточно комфортно пользоваться туалетом и душем. Можно попробую? Да, конечно. У нас были эти некоторые тест-драйвы, где мы прям садились. Не, ну я нормально, в принципе, сижу. Ну, как, не как дома, наверное. Ну, всегда можно ноги приподнять, ну, да, немножко там, типа, на подставочку. Подставочку, какую-нибудь тумбочку такую, типа как из Икеи. Слушайте, ну я тут помещаюсь, в принципе. Для таких габаритов прицепа места достаточно. То есть вот я сижу нормально, все. Здесь, если умыться, ну, чуть-чуть как-то придется приспособиться, ну, в целом-то, да. Почему нет? Это душевая лейка. Шторка здесь какая-нибудь нужна? Шторочка идет, да, в комплекте. А, я переживаю. Вижу, да, краски защищают вещи от намокания. Ага. Все, вытяжка, окошко, душ можно вытянуть на улицу. Но там, скорее всего, подключение, да, есть для душа отдельно. Да, есть летний душ отдельный. Так, ну и тут. А, ну тут у нас типа технический ящик, да? Да, больше технический отсек, да. Либо же здесь устанавливается электрический бойлер, если прицепом укомплектован. Я понял. Интересно. То как-то основательно все выглядит так. Ну, и круто, что вы все-таки это сделали полегче, вот эти штуки. Раньше были такие из магазина, толстые пластиковые трубы. Вот я, да, ждал, когда это появится. Ага. И это внешняя розетка под газ, я вижу, да, выходит, да? Здесь как раз. Нет, ну сюда можно какую-то химию поставить, там, туалетную бумагу, там, ничего страшного, наверное, не будет. Понятно. Хорошо. Столовая группа складывается, да? Там как раз запас воды находится под одним... Слева по ходу движения, под рундуком. А правый рундук у нас освобожден под вещи. Ага. В него есть доступ как из салона, так и снаружи. Угу. И тут, собственно, ящики для вещей. Да. Но, наверное, если кто-то захочет гардероб, да, здесь можно высокий, гардероб. Можно все это объединить в один большой, да, допустим. Ну, или там... Два ящика в один большой. Слушайте, интересно, снаружи он выглядит очень компактно, а внутри очень просторно. Спасибо большое, Денис, за рассказ. Мечтаем приехать к вам на фабрику, посмотреть, как это все там происходит. Но мы где-то будем в декабре, если свяжемся там, не знаю, да, если хорошо. Будет такая возможность, подъедем. Мы будем точно в Питере. Где-то в десятых числах, может быть, получится. Контакты есть, звоните, пишите. Спасибо большое. Успехов. Да, всего доброго.